день с отметкой Бальжанима, день собраний и благодетели, благоприятный для любых начинаний. Благоприятно для родившихся в год лошади и собаки. Очень хорошо в этот день проводить обряды Хулде Дудаха, Долга Абаха Жабтуй, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, составлять договор, брать обещания, встречаться с любимым человеком, переправляться через реку, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, обретать новых друзей, родниться, обустраивать жилище, строить печь и почитать хозяина огня. Неблагоприятно для родившихся в год мыши и свиньи. Не стоит устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, копать колодец или бурить скважину. Стрижка волос к улучшению благосостояния. Отправляться в дорогу к приумножению материального богатства. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные в установке, надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.